надо шефу об этом. Сам иди сообщи. Я на Йоканга Сирозе. Ты появилась и исчезла, как дух Ви. В храме до сих пор ничего не подозревают. Очень хорошо. Закрываю заказ и перевожу твою оплату.
На самом деле это сын Нэнси. Он просит вернуть вещь, которую у него украли. Да, той самой Нэнси, которая играла на клавишах самурая. Кстати, если у тебя получится... Если да, посмотри мое письмо. Партизан, будем играть!
Что такое? Круто мы там выступили. Я так голос сорвал, что неделю слова сказать не мог. Вот это редкое событие. Ты про концерт? Нет, я про то, что ты заткнулся на неделю. Я достала твои бутлеги. А? Какие бутлеги? Ты о чем? Записи концертов самурая. Те, что ты заказал найти. А, эти записи. Что ж ты сразу не сказала? Зашибись. А как насчет тачки? Ты под кайфом? А что, нельзя? Знаешь, как тяжело детям знаменитостей? Нихера ты не знаешь. Никто не знает. Разве что Юринобу Арасака. Что, не очень у вас с мамой? Ты знаешь, я даже не помню, когда в последний раз называл ее мамой. Хотя и Сидой Бесс я ее тоже не зову, как и матерью или Нэнси. Невероятная и неповторимая Сида Бесс! Ой, бля. Тачка внизу. Ключи в зажигании.
Да ладно! Правда? Ну ты даешь, Чумба! Я этого не забуду. Задание выполнено отлично, Ви. Наш клиент доволен, потому что он не только получил эту запись, но и вернул свою тачку. Если доволен клиент, то доволен и фиксер. Значит, и ты должна быть довольна. Заказ закрыт. Оплату я уже перевела. Милитех поставил на границе новый радар. Это плохо для контрабанды, плохо для Альдекальда и особенно плохо для меня.
принципе, я хочу узнать, как он устроен. Но для этого мне надо его получить. Доставь мне эту штуку, а я тебе хорошо заплачу. Подробности сейчас пришлю письмом. Всем внимание! Она где-то здесь! Прикройте меня! Долбаная психопатка! Thank you.
Фантастика, Ви. Очень красивая работа. Мои люди уже колдуют над радаром. Милитех будет ждать маленький сюрприз. Ты молодец. Деньги я уже отправила.
Новый заказ, Ви. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправила. Боец ранен! Thank you.
Поднимайся сейчас же! Ты Брюс? Издеваешься? У вас же есть мои данные. Или ты не из Мелитеха? Спокойно. Меня послал Арчи. Арчи? Арчи Крейн? Он самый. Только некогда прыгать от радости. Надо выбираться. Арчи знал, кого прислать. Хватит тебе тут сидеть. Пора размять кости. Это я с удовольствием. Thank you.
Брюс, дорогой ты мой! Я уж думал, мы тебя не вытащим из этой помойки. Арчи, ну ты и говнюк. Что? Этот лагерь существует из-за таких, как ты. Я видел тебя за рулем. Ну сколько они тебе платят? Достаточно, чтобы я мог купить тебе билет отсюда. Поблагодаришь потом. А сейчас нам пора. Слушай, Ви, вот еще что. Если решишь уехать из Найт-Сити, будь осторожнее на границе. Там, говорят, всякое случается. Спасибо, что сделала все тихо и аккуратно. Прямо как мы с тобой договаривались. Брюс спасен и доставлен к Арчибальду. И я знаю, что ты устроила все это без лишнего кровопролития. Оплата сейчас поступит на твой счет. Заказ выполнен.